Встретить такой инструмент сейчас редкость. Все новое, лаконичное, в моде минимализм. А здесь и узоры колоритные, да, камни разноцветные. Хорошо, как она будет сохраняться долго. А если напился и тащишь ее сзади? На день рождения, на 50 лет, мне жена подарила. Ее зовут Нина. Жену и гармошку Нина зовут. Гармошке Нине 25, а она все так же нарядная. Для Виктора Никифоровича это не просто музыкальный ящик. Гармонь ласково называет «моя старушка». Со своим хозяином она видела много свадеб, гулянок. Виктор Никифорович ловко перебирает пальцами. Еще бы, опыт, играет 6 класса. Рядом на барабане отбивает ритм коллега Леонид Иванович. Вот этот барабан уже имеет уже 13 лет. Эта палочка сделана специально для такого барабана. Это же пластик. И мы идем там с Леонидом Ивановичем и делаем шум. Зажигаете? Зажигаем так, что, потому что у нас песни, вот молдавские, сырбы, вот эти есть, русские, мы все можем. Зажигательный дуэт из Чобруч – местная знаменитость. Конец 90-х, съемки передачи «Играй, гармонь, любимая». В первом выпуске «Звенящее Приднестровье», Тирасполь, Дубасары. Большой блок снимают в Чобручах. Наши бременские музыканты среди участников. Мероприятие, что как это? И в России… Парк забит, да, не было места, да, пройти. Где в селах праздники, и собираются все гармонисты с разных сел. И сражаемся, как кто лучше. Интересно получается. Как и 23 года назад, в парке «Родина» музыка. Собираются слушатели, просто стоять не получается. Хочется двигаться, а некоторым даже поучаствовать захотелось. Махнемся. Давайте, я вам микрофон, вы мне палочку. Меня микрофоном не бей. Да. Куда мне? Подождите, вы мне объясните. Настоящий артист. Скажу, что это... Хорошее начало. Да? Это хорошее начало. Можно продолжать дальше. Мне 76 лет. С половиной. А мне 71. Есть еще порох в пороховнице, получается? О, да еще какой! Поэтому, где бы ни звучал этот зажигательный дуэт из Чобруч, всегда будет праздник. Они давно нашли средства от хандры и с нами поделились. Весело, даже без вина. Проверено.